Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики 8 канала. Я на работе сижу, жду клиентку. Решила с вами чуть поболтать, пока ее нету. Покажу чуть свое рабочее место. Это тут так мигает. Это мигает. Вот от этих ламп. А если их выключишь, вообще будет темно. Там у меня уже другие арендосъемщики. Мое рабочее место. Приезжайте. Отдохните. Мои сертификатики. Переучилась, на которые я купила вот новый воскоплав. Буду сейчас его испробовать. Так что вот так, получится или не получится. Но заодно поставила еще и старый. Потому что что-то какой-то он хлипкий, вообще мне не нравится. Как бы он быстро мне не перегорел. Не знаю. В общем, все, что сейчас делается, все какое-то хлипкое. Первый свой воскоплав, который я купила в 2013 году. Вот столько у меня... Он сейчас служит. Просто, думаю, обновить надо. Он как-то уже постарел, пожелтел весь. И вот купила вот этот вот двойной. Мне он удобней. Не знаю, как будет работать. Сообщу. Ну все, на этом закроюсь. Клиентка подходит, позвонила. Пока-пока. Короче, настоящие донские, армянские казаки пьют так. За здравие, Люба. С подарочных ножей. Дорогие мои подписчики, в гостях у Карена. Опля! Молодец! Вот где животное. Амортизатор. Все сработал. Что? Надо дудом. Мне тоже надо? Конечно, Карен, чтобы Сергей желание загадал. И чтобы сбылось. Нужно два Карена выпить с ножа. А два Сергей Карена должны желание. Выпить с ножа, да? Чтобы Сергей загадал желание. Сергей, какое желание? Я хочу, чтобы этим двух Каренам было счастье в жизни, большого долголетия в этой жизни, да? И чтобы они жили и ни в чем проблем не знали. А для себя-то что желаешь? Спасибо, нет. Сергей, на добром слове. Но не надо другого желать. Себе более втихаря пожелать. Мне надо, чтобы мои желания охренели от моих возможностей. Больше ничего не надо. Это вырежьте, это вырезайте. Да, и все нормально. Конечно, чтобы так и было. Чтобы публикация хранилась. Ну а если так будет, значит всем, кто находится рядом, будет тоже. Да, будем жить. Это друг Карен, вы с ним все знакомы. Ты что, выпил, не? Нет. Так, казак. Стакан этот. Ты этот. Чтобы я за тебя не краснел. Авторские сейчас слова зажать. Держи перпендикулярно полу. Не будем дёкаться, чтобы не было. Карен, параллельно. Лучше ты включи бы свою музыку, а? Сейчас включу. Включи, а то сейчас авторские права нарушать начнут. А вот папа Карена. Вот так. Мне снимать. Да, а как вас зовут? Ваня. Как? Ваня. Ваня зовут? Не может быть. По-армянски. А вы похожи с Кареном, похожи. Да, да, да. Ну, настоящий мой сияние. Да, 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 да. А это что за чудо? Это чье чудо вообще? Это мое чудо. Чудо. Как чудо зовут? Как чудо зовут? Ну, она стесняется. Я подарил ему вот этот нож. Как тебе, Сергей? Арсен, пробуй. О, еще один объект. Арсен, как вас зовут? Арсен зовут. Давай тоже. Слушай, вот такой прекрасный вечер. А так, пока закрываюсь. Понял, кто это? Всех его друзей предупредил. Ребята,
Марсель, ты знаменитый, помаши ручкой. Это наш кумир иловлинского рэпа. Да, да, да. Будет собаться. А, смотри, что подогнали. Папа хвалится тебе, смотри, что мы подогнали. Короче, дикий человек. На охоту ходи, слышишь? Гарену, а тебе? Пойду на охоту, на оленя. Затаюсь на дереве. На косулю хотя бы, какого оленя? У нас оленей нету, Карен. Слушай, вот этот клип мне нравится тоже. Везде я буду смотреть. Вообще обалденный клип. Художила тебе цветы. Арсен? Он может. Давай. Немецкий Achtung, Achtung, schneller, schneller. Das ist Soundtrack. Это кепка от Мерседеса. Карен демонстрирует нам кепку от Мерседеса. Это подарок от друга. Подарок от друга. Он знал, что я ищу такую кепку и заказал прямо. Слушай, с Берлина мне. Да ты что? Прислали, да. С Берлина прям? Прямо с Берлина, да. Да ты что? Да, да. Слушай, он тебе идет. А все, где написано, что она это именно вот? Вот, Мерседес знак. А, вот он Мерседес знак, да? Все, это... Официальная кепка всех кепок, мира, которые к Мерседес относятся. Карен, ну я тебя поздравляю. Именно, короче, Порш курирует тебя. У тебя автомобиль Мерседес, Мерседес. Да, у меня Мерседес, я поклонник Мерседеса. Только Мерседес, больше никакая машина. Супер. Меня не устраивает никакая больше другая машина, только Мерседес. Мерседес, да. Не, ну правильно, кто распасен на Мерседесе, кто сядет на Жигули? Мерседес — это моя 31-я машина. Ну, после нее еще были машины, но я сказал, все. Мой выбор — Мерседес. Все, значит, надо, короче, обязательно там компанию сообщили, кинуть. Я был поклонником BMW, но потом мне не понравилось. А почему тебе? Потому что у BMW аккумулятор в багажнике, вот это мне не нравится. Брусовой провод. Слушай, Кипи вообще стильный. Ты такой стильный мужчина в ней. Вот это козырной забыл. Здравствуйте. У меня уже второй день. После того, как мы сходили к Арену на день рождения, сегодня уже 15 число. А значит, нужно идти в Магнит Косметик. Может, там что-то со скидочками взять. Я что-то помню хотела, не помню что. Вот сейчас точно знаю, сейчас приду, куплю. Не то, что мне нужно, как всегда. И еще у меня сегодня облом. Жуткий облом. Меня сегодня обломала моя парикмахерша. Я сегодня к ней записалась на стрижку, покраску, потому что все же больше не могу ходить, как божий одуванчик. Это просто уже невозможно. Вот с этим цветом волос я уже больше не могу. Она уже ничего не укладывается. Все какое-то такое торчащее. Она мне позвонила, говорит: Светлана, извините, я заболела. Вот, ну, обломала. Я была настроена, что все будут сегодня прям с другой прической, с другим цветом волос. Ну, в принципе, тоже блонд, но только он будет, конечно, поестественно. Все посмылось, видите, какой-то прям желтый. Я говорю, как этот одуванчик какой-то. Вот еще ветер, если подует, он раздувается. Что у меня еще по плану? Сейчас у меня идти еще нужно на работу зайти, поработать. Как говорится, немного на хлеб насущий, да, заработать. А, значит, сейчас еще перед тем, как идти на работу, надо еще, вообще, чтобы выйти из дома, нужно накрасить ногти, сделать себе маникюр. В принципе, маникюр-то я его не делаю, как я говорила, у меня кусикла не растет, так слегка отодвигаю. О, сейчас покажу вам, как я крашу ногти. Может, кому интересно. Вот такие у меня планы. Сходить еще к маме покормить хозяйство, так как у сноха на сутках там курочки, уточки, нужно их покормить.
прийти домой, еще просмотреть комментарии, ответить, посмотреть, кто заходил, писал комментарии к этим людям в гости, просмотреть ваши видео, тоже написать комментарии, еще и свое загрузить. Залить на YouTube, смонтировать надо. В общем, дел выше крыши. Сегодня, если кому не успею ответить на какой-то комментарий, не обижайтесь, я обязательно отвечу и зайду в гости. Ну, может быть, завтра. Не обижайтесь. Ну, а сейчас давайте будем красить ногти вместе. Ногти начинаю красить с покрытия. Сначала покрываю их вот этим покрытием. Оно недорогое, по 60 рублей, а если еще и скидка там у них есть, то выходит 45 рублей. Это я покупаю в Сангистиле вот это покрытие под лак. А вот это сушка, написано сушка, супер сушка. Она мне тоже очень нравится, я ее покупаю в Сангистиле. Быстро ногти подсыхают. Покажу на одной руке, чтобы не затягивать видео. Мне здесь осталось уже прям по чуть-чуть. И что мне нравится, они не сохнут, не засыхают быстро. Что сушка, что вот это вот покрытие перед лаковым покрытием. Да? А почему я так делаю? Потому что так держится дольше лак. И тут правда. И еще, допустим, если красишь цветными лаками, когда начинаешь удалять средством для снятие лака, ногти не красятся. Вот. Даем чуть-чуть, буквально там секунды какие-то подсохнуть. Буду наносить лак сегодня вот этими цветами. В цвет яркой осени. Золотая же осень. Сначала беру вот этот золотой. И вот эти вот пальчики безымянные наношу. Он такой густой, что, вернее, не густой, а плотный, что второе покрытие ему не требуется. Ну, вот так вот чуть-чуть залезла, беру на каточком. Раз. Вот. Этот пальчик. И вот этот. Вот так получилось. Вот. Тоже чуть-чуть заехала, но ничего страшного. Раз, убрала. Все. Теперь беру вот этот яркий. Сегодня у меня яркое настроение. Я решила сделать яркие ногти. Вот. Тоже, в принципе, посмотрю, наносить второй слой или нет. Тоже очень такая плотная текстура. Цвет называется красный коралл. Если нужно, я наношу второй слой. Если нужно, я вот смотрю, если будет нужно, я наношу. Ну, сейчас смотрю, я не буду наносить второй слой. Золото тем более, такое вот оно красивое. И приступлю к нанесению сушения ногтей. Можно так сказать. У него тоже там уже осталось на донышке. Ну, не совсем на донышке. Ну, чуть меньше половинки. Вот. Вот сколько осталось. И оно не загустело. И вот благодаря вот этой сушке лак держится у меня неделю, а то и больше. На ногтях, хоть я и там тоже
все делаю, и по хозяйству дела, да, там сами знаете, какие у женщин дела. Он еще так сглаживает, где вот где неровно был нанесен вдруг лак, он вот так вот сглаживает. Вот так вот получилось. Вот такой у меня сегодня дизайн. Мне нравится. Ну все, на этом я закрываю свое видео. Кто меня смотрел, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки обязательно. Заходите в гости почаще. Буду рада. Все, пока-пока. До скорых встреч.